Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Существенно улучшить жилищные условия россиян обещают власти страны к 2025 году. К этому времени число комнат в квартирах граждан, участвующих в федеральной госпрограмме обеспечения доступным и комфортным жильем, должно сравняться с количеством проживающих там членов семьи. Это следует из постановления правительства России о продлении программы, которая ранее была расписана до 2020 года. На эти цели в текущем году выделят более 13 миллиардов рублей, в два последующих года по 4 миллиарда, в 2020 году почти 7 миллиардов рублей. Далее ежегодно планируется выделять примерно по 6 миллиардов рублей в год. Еще одним пунктом программы значится развитие рынка арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также увеличение количества выдаваемых ипотечных кредитов почти до 2 миллионов договоров в год. Дайджест недвижимости. Мэрия выставляет на продажу 6 тысяч квадратных метров в торговом доме «Европейский». Как говорится в постановлении на сайте администрации города, в соответствии с программой приватизации муниципального имущества, на аукцион выставляется нежилое помещение на первом, втором и третьем этажах здания Поваровского, 43. Его общая площадь составляет 6420 квадратных метров. Стартовая цена почти 335 миллионов рублей. Дайджест недвижимости. Съемные однушки в городах России дешевеют, а трешки дорожают. Такие выводы содержатся в отчете портала «Мир квартир» по итогам первых трех месяцев этого года. Специалисты портала проанализировали ситуацию в 69 крупных городах страны и выяснили, что арендные ставки в сегменте однокомнатных квартир в среднем упали на 2%, а в сегменте трехкомнатных квартир, напротив, выросли также почти на 2%. Судя по отчету, Киров несколько выбивается из общей картины. Однушки в нашем городе по итогам первого квартала подешевели более чем на 6%. Средняя арендная ставка составляет 8660 рублей в месяц. Двушки также потеряли в стоимости почти 7%. Арендовать такие квартиры в среднем стоит 10200 рублей. Зато арендные ставки в сегменте трехкомнатных квартир поднялись почти на 4,5%, до 17 тысяч рублей в месяц. Что касается России в целом, то самое дешевое съемное жилье предлагается арендаторам в Саранске, Чебоксарах и Кургане. Самое дорогое традиционно в Москве и Петербурге. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.